Таджикистана рассказали о чартерном рейсе из Алматы в Душанбе. Душанбе – спутник. Авиакомпания «Самон Эйр» выполнит срочный чартерный рейс из Казахстана в Таджикистан, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики. По данным ведомства, полет будет осуществлен в рамках мероприятий по возвращению застрявших в Казахстане таджикистанцев на родину. Спецрейс запланирован на 9 июля по маршруту Душанбе, Алматы, Душанбе. Заинтересованные граждане Таджикистана могут подать заявку на регистрацию в дипломатическое и консульское представительство страны в Казахстане, уточнили в МИД. Напомним, после объявления пандемии коронавируса Таджикистан закрыл авиа- и железнодорожное сообщение с другими странами. В связи с этим за границей остались многие граждане, не успевшие вернуться в республику. В настоящее время власти страны принимают меры по репатриации граждан.